Добрый вечер. Кто пришел, спасибо, остальных мне жаль. Я принес музла, под которое нужно побеждать. Поплакать можно, танцевать, мерить шагами асфальт. Этого должно хватить, чтобы довести игру до меда. И пусть звук греет и рвет, даже если вокруг беда. Больше слов не будет, обнял, приятного прослушивания. Раз, два... Сегодня графики поедут, перевес в экономике. Ты свой открываешь рот, только в словах нету логики. Здесь в очереди тысячники, там же стоят сотники. Хотят посмотреть сборку, что собрал под гидропоникой. Hello, ику, приятного дня. Я написал картину, то что о явлении Христа. Народу хлеба и фарма, сколько время на часах. Неважно с какого патча твой начинается старт. Знакомый голос инвокера звучит прямо сейчас. Для Роскомнадзора мы употребляем только квас. До сих пор задаемся вопросом, где тут баланс. Тысячи могут спросить АМа, как его дела. Любите маму и громкого бару. 17% кушайте только мясное. А главное, чтобы без плацебо. Если полетел курьер, то ему мирного неба. ТРИПЛС, парочка кайлов, саппорт уже не целка. Поменьше анлака, побольше удачи. Встань хотя бы, разомнись, а то у нас режим сидячий. Морфа успевать в стрэндж, пушить перекачку. Это в уши на колонках и врубай это в тачке, let's go. Думала я на хосте, но выпадет минимум дабл дэмэдж. Рыжие VR-ки купили шанс, чтоб ветер сорвал я одежду. Зови подруг, но давай без иллюзий, манты жду только нежность. Я вырвал сердце Рошана, готов из него мне old fashion. Баунти Хантер, есть изолятор, деньги только в конвертах. Ты правда думал, что тебя боятся, если пиздатые сеты? Такой же нелепый, как в паузе дота, дает тебе советы. Наступит ночь и Торонто, Токио идут в Торментору. Пауза это прикольно, правда унесут тебя в зону риска. Попробуй с Легой как-нибудь к слову поспорить о феминизме. Говори правду, вся твоя близость лишь в тезере с виспом. Вся-вся твоя суть, это полюции в чатике после убийства. Под каннабисом тренд любит травку и говорит это искренне. Снова под смоуком, не Mortal Kombat и речь далеко не о Винстоне. Если у меня полный пэк, то иду в шифт, поймать это миссия. Мои братики мне прям как мипа, да мы все идем пиздиться. Moonlight Shadow и нас не видно, будто сбежали совписки. Дала мне танго на пару палок, а после регенимся быстро. Мирана приятная дама, но много кто играл с ее киской. Для связи с ней нужно БКБ и побольше резиста, сука. Пойзонова разлетелась славно. Тебя уже можно добить, потому что ты слишком слабый. Скинул на киви, не затащил, здесь есть место скаму. В 99-м в доте тебя называли бы раком. Ты заласхитил крипа на саппорте, ладно, это прощаю. Гей подзабил на ивент, но сундуки на площадке. Они гангают меня постоянно, это фанатки. Слишком высокие ставки, не умираешь для статки. Видишь? Папа под пайпом, могу висеть так неделю. Снова в астрале, спасибо за все тебе, Shadow Demon. Я забрал свой эйджи, сука, мы хорошо попотели. С кобальтом выпьем коктейлей. Думала я на хосте, но выпадет минимум дабл дэмэдж. Рыжие VR-ки купили шанс, чтоб ветер сорвал я одежду. Зови подруг, но давай без иллюзий, манты жду только нежность. Я вырвал сердце Рошана, готов из него мне old fashion. Я знал все ваши болевые точки. Твой страх, что просто это не задоджишь. Больней догона, ибо нечем мочить. Беги, когда меня ты видишь ночью, мисс Лайн. Оставь надежды свой последний признак. Ты слаб, всем спать. Ведь я рожден, чтобы совершить убийство. Убийство, убийство. Серийно много сразу совершу и быстро. Я только это риска. И нахуй моралистов. Рожденный, чтобы совершить убийство.
едва. Не говорят, что я был на читах, и чтобы ты знал, для меня ты еда. Кровь это не мана, а вам сложно быть целыми, если рана открыта. Догнать лишь вопрос времени, кто тут быстрее целики? Вряд ли быстрее Эминем. Лоу ХППЛ, не тот же ты мне хоть сотню гемини. Void skill, не void spirit, все в силе. Бан Феникс и high speed, как просили. Есть ночь, есть фир, и есть крылья. All chart и ГГ твой сноситель. Бейслайн, оставь надежды свой последний признак. Ты слаб, всем спать, ведь я рожден, чтобы совершить убийство. Убийство, серийно много сразу совершу. Убийство, я только это риска. И нахуй моралиста, рожденный, чтобы совершить убийство. Убийство, 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 убийство. Из-за лес, из-за гор, кто тут фармит, есть топор. Это не бес, не аксы, даже вообще-то не обычный гор. Просто вообще так повелось, что топор берет сапор. Потому что на четверке у врага сидит пивит. Догадайся, дорогой, у него есть телепорт. Прилетит тебе на голову и точно заебет. Бородат, орчит парни, ну же, расскажи мне кто. Ай, конечно, всем любимый заебавший фурион. Заебала фурион. Если не отправят бан, продаю топор, ура, ведь у меня теперь фурстав. Заебала фуря, заебала фуря, заебала фуря, заебала фуря, заебала фуря. Тебе дали глиммеры, лотусы и медали. Твою скади не достанет, доджатся удары, а ты встанет. Хочется найти тебя в реале. Тебе дали самое главное, дали тайминг. Тебе дали глиммеры, лотусы и медали. Твою скади не достанет, доджатся удары, а ты встанет. Хочется найти тебя в реале. Тебе дали самое главное, дали тайминг. Не то чтобы его много, ты умираешь от нейтрала. Ведь тебя станет окор БХ. В Enemy Team он просит заплатить налоги, а типочек на медузе он не может делать ноги. Сколько бы ни стакало, он фармить не пошел. Законтрил сам себя, ведь не качает спидшот. Когда команда умирает, прячется сама нашел дома. Дасты не прожимаются, он снюхал порошок. Ок, да, я же тебе все дал. Ну что поделать, мода, на коре отсосал. Ну прямо третий скилл Леона. Че она? А не тюна, нормально общайся. А что поделать, дота? Детали все, даже квапа, нож в спину. Стоунгейс мне в лицо, и я больше не двинусь. Ты старался как мог, уверен со всей силы. А вот 4 человека потеряли 1 час. И 25 минус тебе дали. Глиммеры, лотусы и медали. Твою скади не достанет, доджатся удары, а ты встанет. Хочется найти тебя в реале. Тебе дали самое главное, дали тайминг. Тебе дали глиммеры, лотусы и медали. Твою скади не достанет, доджатся удары, а ты встанет. Хочется найти тебя в реале. Тебе дали самое главное, дали тайминг. Тебе дали. А чуна?
Один останется Керри, ему достанутся лавры, а тот, кто умирал первый, ему ничего и не надо, ему лишь бы варды поставить, захилить мекой потом, закрыл собою все раны. Лайнапил с бруткой, стоя в харде, сложная линия, значит нужно потерпеть, не ласхитить крипов. Это ничего не значит, ведь его задача вовремя давать poison touch. Дазл всегда наготове, надо ли вторить к тому, кто вытаскивал немало историй. Вряд ли кто вспомнит, спасительный Грейв был так сразу повешен. Керри выжил, убежал, ведь думать надо же резче. И доставятся трещины, мол, где варды, а как минуту назад спас его, он забыл, когда в дуэли с Легион Шекерри визави убил, но извинился, прости. Один останется Керри, ему достанутся лавы, а тот, кто умирал первый, ему ничего и не надо, ему лишь бы варды поставить, захилить мегой потом, закрыл собою все раны, ну или может грейбом. Вообще-то в доте очень много разных керри, они в себя лишь верят и считают то, что фарм единственный путь к победе. Ну а то, что ульта и захил третий решили весь замес, увы, никто не заметил. Нужен вижен, никто не считает лишним то, что одного керри заслуга, ведь тот уже отвижен. Дазл повесит медаль, потом и слоу, далее сделает стаки, и керри спокойный фарм подарит. И когда в конце уж падает трон, фармила Дащер, он победил. Вспомни, кто в финале засейвил Грейвом. Цените Дазла, он такой один. Один останется Керри, ему достанутся лавы, а тот, кто умирал первый, ему ничего и не надо, ему лишь бы варды поставить, захилить мегой потом, закрыл собою все раны, ну или может грейбом. После твоих камбэков, слышишь, голосу нужен лекарь. Лишь твои способности вокруг разности, меня в частности, дорогая. Мы походу дотерпели до окра, было весело, но знаешь, родна, нам пора прощаться, бай. И соседи сверху точно знают все наши крики, все наши тайны, что происходит между нами. Перед экраном, а после в спальне. Жаль, что с другими мы на лайне. Они не затянут душевные раны. Теперь чужие даже в онлайне. Только зачем-то осталась память. В комнате темно, никого нет, только тепло твое, оно скоро исчезнет совсем. Ты ушла, и дым сигарет заполнит все то, что доставляло очень много проблем. Мое тело босиком по осколкам и с тобою грубо брошенных фраз. Я не подарок, это факт, ты дорогая, но ты тоже далеко не из транс. Сотни раз, наверное, больше нечего ловить. Все, что надо, мы поймали. Оставь память и уходи. И соседи сверху точно знают все наши крики, все наши тайны, что происходит между нами.
когда-нибудь они меня поймут. Даже не желая, они найдут оправдание под каждый, даже самый глупый мув. Может не сейчас, но я точно тут умру. Мы все играем в игру, и они меня поймут. Старые понятия, кто враг и друг, по итогу в одном строю. Жизнь это игра, если по факту, то все играют в игру. И когда-нибудь они меня поймут. Пусть играет фоном самый грустный мут. Знаешь, я не выбирал из двух. Проще всегда было просто хавать с рук, чем получать за грязный труд. Я на нашей улице бывал салют и отзывался в сердце стук. Стоит ли судить, что кто-то прав или глуп, если ты не хавал суть? В жизни все циклично, как и этот луп. Если говорят, все будет гуд, узнает. Вечная погоня за догнать свой лут. Я просто ловил с них лут. Я не осуждаю, таков их путь. Все равно все встретимся в аду. Уже был готов снять мут. Ведь когда-нибудь они меня поймут. Даже не желая, они найдут оправдание под каждый, даже самый глупый мув. Может не сейчас, но я точно тут умру. Мы все играем в игру, и они меня поймут. Старые понятия, кто враг и друг, по итогу в одном строю. Жизнь это игра, если по факту, то все играют в игру. И когда-нибудь они меня поймут.